Компрессорный ингалятор в эргономичном корпусе. На распаковке ингалятор Boyre IH21. В фирменной упаковке вы найдете сам небулайзер, распылитель, трубку-удлинитель, мундштук, две маски для взрослых и детей, запасной фильтр и необходимую документацию. Ингалятор выполнен в белом пластиковом корпусе с ручкой для переноски. Под синей полупрозрачной крышкой расположен отсек для хранения принадлежностей. Здесь же разъем для подсоединения трубки, кнопка питания и крышка фильтра. Работает прибор от электросети. Скорость распыления составляет около 0,3 мм в минуту. Прозрачная емкость для лекарств устанавливается в нижней части распылителя. Производитель рекомендует заливать туда от 2 до 8 мл лекарств. Наиболее эффективной будет ингаляция через мундштук, но также можно использовать маску. Помимо взрослой и детской масок, идущих в комплекте, можно докупить маску для младенцев до 2 лет. Обратите внимание, не все средства подходят для ингаляторов компрессорного типа. Обязательно проконсультируйтесь с врачом и обратите внимание, что эфирные масла с этим аппаратом использовать запрещается. Что в итоге? Этот небулайзер имеет удобную конструкцию и пригодится для лечения и профилактики острых и хронических респираторных заболеваний дыхательных путей, например, астмы, хобл, ларингита, бронхита и пневмонии. Особенно полезен прибор будет в сезоны простуд.